Мазырянку и ее 7-летнего ребенка сбила машина на пешеходном переходе. ДТП произошло в 8 вечера 11 октября в районе автовокзала. 11 октября 2023 года примерно в 20:00 на улице Шоссейной водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь в направлении от улицы Пролетарской в сторону улицы Нефтестроителей, совершил наезд на двух пешеходов. Женщину 84 года рождения и ребенка 2015 года рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Оба пешехода получили телесное повреждение различной степени тяжести и в настоящее время проходят лечение в учреждении здравоохранения. На данный момент говорить об обстоятельствах, либо причинах и условиях совершения ДТП рано. Данные обстоятельства будут уточняться в ходе предварительного расследования. В настоящее время женщина с ребенком продолжают оставаться в больнице. Следственный комитет уже возбудил по факту ДТП уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси. Следователи разыскивают очевидцев и просят их обратиться по телефону плюс 375-33-992-67-27. В это же время госавтоинспекторы напоминают, темные осенние вечера – это время повышенной опасности на дорогах. Всем водителям хотелось бы в очередной раз напомнить о том, что погодные условия меняются в сторону ухудшения. Соответственно, сокращение светового дня, а также появление осадков и такого явления, как гололедица, негативно отражаются на безопасности дорожного движения. Водителям, а также пешеходам необходимо проявлять повышенное внимание во время участия в дорожном движении. Пешеходам хотелось бы напомнить, что при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо до выхода на проезжую часть убедиться в безопасности совершаемых действий. Водителям хотелось бы напомнить о соблюдении скоростных режимов на определенных участках дорог, особенно которые находятся вблизи мест скопления граждан, это торговые центры, либо же учреждения образования. Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».